Привет, мои дорогие друзья! Рада вас видеть на своем канале. С вами Аня, и сегодня у меня очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мою очередную распаковку посылок. Все ссылки на товары у меня внизу в описании находятся, заходите, смотрите. И если у вас останутся какие-либо вопросы по распаковке, может, просто вам что-то надо помочь или подсказать по поводу AliExpress и Jum, пишите, не стесняйтесь в комментариях, я обязательно постараюсь вам ответить. Ну что, а мы начнем нашу очередную распаковку посылок. И выдержала я его уже сразу вскрыла, когда мне пришла посылка, проверить, целый или нет. Слава богу, все целое. Это такая емкость, стаканчик для меда. Посмотрите, какая прелесть. Он небольшого объема. Вот примерно, вот видите, в мою ладошку. Он стеклянный. Здесь у нас идет крышечка. Видите, здесь такой вот выемка для ложечки. И тоже стеклянная ложечка. Посмотрите, какая прелесть, как все выполнено. Замечательно. Ложечка у нас есть специально с такими штучками. Я не знаю, как она правильно называется. В общем, чтобы накладывать мед. И вот сама баночка. Все аккуратно выполнено. Нет никаких ничего сколов. Пришла целая. Пришла, кстати, в картонной коробке. И здесь у нас... Так вот вам показать. В общем, пчелка нарисована. Прелестная баночка. Я думаю, сюда можно не только мед, например, накладывать, но может и варенье. Почему бы и нет? Вот такая вот милая вещь для сервировки стола. Очередная покупка обуви из моего любимого магазина. Кто смотрит мои распаковки, уже знает, что я в этом магазине Резабина беру не первый раз обувь. Качество мне там нравится. В магазине размерная сетка верная. Правильно называется, если не ошибаюсь, лоферы. Они так называются. Если неправильно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как они правильно. Мне почему-то кажется, что лоферы. Так, в подарок продавец положил прелестные, милые невидимочки, яркие, цветные. На свою стопу 24,5 сантиметров взяла размер 39. Подошли мне отлично. Они идут на невысоком каблучке, такой, знаете, повседневный вариант, закрытая пятка, носик. Здесь у нас идет декор в виде двух кисточек, они пришиты. Здесь язычок. Цвет такой немного, не знаю, как слоновая кость, наверное, немного такой бежевый. Расшито все по периметру аккуратно. Следов клея не вижу, все аккуратненько. Единственное, что вот немного, видите, примялся задний, хотя и лежали в воздушной подушке. И присутствует небольшой запах неприятный. На выбор продавца было несколько расцветок и большой размерный ряд. Это очередная покупка для мужа, для рыбалки он заказал себе. Это, честно, вот не соврать, это вещь для того, чтобы смотреть, сколько мотор на лодке прошел километр. Вот тут написано тахометр и ауметр, часовой метр. В общем, смотреть, сколько... Так, когда он ездит на лодке, на моторе, непонятно, сколько пройдено километров, чтобы менять там масло и что-то, честно, не знаю. Он приобрел вот такую штучку специально для того, чтобы следить. Она выполнена из пластика. Понимаю, она начнет работать, как только ее подсоединить. Вот здесь вот видите, просто обрезан провод к мотору лодочному. Подключаете и все. И он начинает работать. Две кнопки здесь управления. И здесь две дырочки для того, чтобы зафиксировать. Так вот он выполнен. Он пластиковый. Экран заклеен, кстати, пленкой. И в комплекте вот идет у нас инструкция на английском языке. Так, а это очередной кабель для зарядки с Type-C. Взяла в синем цвете. Беру в основном провода, как видите, в тканевой оплетке. Они мне более всего нравятся. Они надежнее. Длина провода 1 метр. На выбор было несколько вариантов длины и расцветки. Заряжает, все замечательно. И видите, написано «быстрая зарядка». Я в основном сейчас покупаю провода с быстрой зарядкой. Это очень удобно. Буквально там, я не знаю сколько, честно, если не соврать,
может быть, час, даже меньше час, телефон либо другой гаджет какой-то заряжен. Советую покупать не обычный, а с быстрой, который поддерживает быструю зарядку. Заказала я вот такой вот диско-шар, как он называется, мини-бюджетная штучка, вариант, с таким вот входом. Что она делает? А пауэрбэнки. Оп. И у нас вот цвета музыка. Он, кстати, работает от звуков. Видите? То есть музыка играет, и он на музыку реагирует и начинает огоньки играть. В общем, диско-шары, наверное, так он называется, мини-вариант. Но светит, я вам скажу, он очень ярко, то есть всю темную комнату он освещает. У меня очень любят детки с ним играть, они его поставят, выключат свет, включат музыку и играют, танцуют. Прикольная штучка, вещь, советую. На выбор, кстати, несколько вариантов расцветок. И выполнен из пластика, ничего особого, там внутри 4 лампочки. Вот такая вот прикольная, интересная вещичка. А это фитбол. Заказала в своем любимом магазине Копа спортивных товаров. Взяла диаметром 65 сантиметров. Есть и больше, и меньше, выбор большой. И также есть выбор расцветок. Сам мячик такой, знаете, гладкий, как говорится, глянцевый, то есть не матовый. Здесь у нас идет штучка, куда мы надуваем. Присутствует небольшой запах. Резины, наверное, скорее всего. Обычный фитбол, заниматься спортом. Или у кого есть маленькие детки, как я раньше, например, на фитболе укладывала своих малышей. В общем, магазин советую, выбор большой товаров разнообразных, спортивных. Заходите, смотрите. А эта штучка для компьютера взяла себе для... У меня стационарный компьютер, не ноутбук обычный, это Bluetooth. Столкнулась с тем, что у меня компьютер не поддерживает Bluetooth, а мне надо было что-то подсоединить, не помню. И я не могла этого сделать, поэтому взяла такой вот переходничок, чтобы мой компьютер поддерживал функцию Bluetooth. Это кроссовки в красном цвете, присутствует неприятный запах. Они как тапочки, конечно. Здесь у нас в комплекте идут шнурки. Тут навязываем. Вот так вот они выглядят со шнурками. Здесь, видите, у нас есть дырочки, куда мы вставляем наши шнурки. Они очень легкие, прям как тапочки. Здесь у нас платформа идет к пятке, немного завышена. Ну, качество нормально за свою цену. Если честно, я увидела цену и решила взять, думаю, на лето, на сезон даже побегать. Купила я их где-то около 300 рублей они стоили. Взяла я их на Джуми, кстати. Ну и решила, думаю, почему бы и нет за такие-то деньги. Но выполнены они, ну, так себе, как видите, кривовато все. Они никаких молний, ничего нет, просто натягиваем на ногу. На свою стопу 24,5 взяла 39. Подошли по размеру отлично. Ну и тут в комплекте у нас шнурки. Они из ткани, мягкие, гнутся замечательно. То есть с них будет удобно и бегать, и прыгать, и с детками гулять, и на велосипеде кататься. Велонасос, мини-вариант. Заказала для старшего сыночка. Мы ему неделю назад купили велосипед. Он у нас научился кататься на двухколесном велосипеде. Кстати, велосипед заказали на Wildberries. Кому интересно посмотреть распаковку с Wildberries, я не так давно начала тоже там заказывать. И кому интересно, пишите в комментариях, с удовольствием сниму, покажу, что и там я заказала. Ну так вот, заказали мы на Wildberries велосипед. Решила на AliExpress приобрести маленький велонасос, чтобы прицепить ему на велосипед, и у него всегда был с собой. Заказывала я в популярном магазине, я там брала не один раз как-то товары. Выполнен он металлический, он, наверное. То есть вот такой вот мы прикручиваем и начинаем качать. Мы его уже испробовали. Качает замечательно, колеса накачал, вот быстро, легко. Здесь у нас какие-то штучки, честно не понимаю. В общем, вот тут написано что-то. И мы качаем. В комплекте у нас идет 3 насадки, то есть можно качать мячик. Кстати, фитболы можно накачать легко. Сюда вставляем, закручиваем как-то. Наверное, вот это откручивается. В общем, разберемся. И
качаем. И в комплекте шел вот такой вот, это держатель для велонасоса. Мы сюда его вставляем, сидит он плотно очень, плюс здесь еще зажим резиновый. И каким-то образом надо посмотреть, здесь металлические шурупчики, как-то прикручиваем к велосипеду. И он у нас постоянно прикручен, понадобился, расстегнули, достали, попользовались и назад. В общем, кто катается на велосипеде, я советую. На выбор было много разных расцветок. Мы взяли красненький. Это я заказала щетка для умывания лица. Пришла на фирменной коробке. Видите, она вот так была картона, в картонке вставлена. И еще плюс она у нас лежит в фирменной картонной коробке. Так вот все аккуратно сложено. А заказала я в магазине Anymore. Заказываю там не первый раз. Магазин проверенный мной и временем, потому что вещи там, сколько я не заказывал, мне до сих пор служат. Внутри щеточка лежит на подложке. Кстати, это шикарный подарок, я считаю. А здесь у нас идет зарядная. Что здорово, щеточка работает от аккумулятора. То есть не от батареек, а просто попользовались, разрядилась, зарядили. И опять можно пользоваться. Очень удобно. Также тут у нас идет инструкция небольшая. Тут даже показано, как лучше умываться правильно, но массировать лицо. Достаточно такой средний размер. Приятная на ощупь, силиконовая. Здесь у нас вставка небольшая, пластиковая. И тоже здесь у нас название магазина. С этой стороны у нас кнопка включения и вход для зарядки. Эта щеточка водонепроницаемая. Даже вход для зарядного, он у нас, видите, закрыт, спрятан. То есть мы вставляем это. Так учится, что сейчас порвется на самом деле. Но нет, как видите, она целая. Так что можно в ней купаться, и мыться в ванной, и пользоваться. А что она себя представляет? Здесь у нас, видите, наверное, три размера щетинок. Снаружи самые крупные, внутри самые мелкие, и тут у нас среднего диаметра. И вот так это все выглядит. Там внутри какие-то шарики. То есть она не просто вам будет умывать, но и делать массаж. Несколько режимов интенсивности. Когда она работает, видите, она начинает гореть. А это просто без вибрации. Вот вибрация отключилась, она просто... Слушайте, какие здесь шарики приятные ходят. Даже не знаю, как вам показать. Видите, там внутри шарики крутятся. Очень много же. Сейчас просто вибрация идет. И чтобы выключить, нажмем, удержим. Очень классная щетка, слушайте. Она вам не просто будет умывать лицо, но и массировать. Замечательная вещь. Мне кажется, говорю, как и сказал, для подарка шикарно. Очень советую. И отзывы были много положительных, я читала. И вам могу сказать, что магазин тоже надежный. Берите, не пожалеете. Такие вот, как они называют, мюли, если я не ошибаюсь, замечательные на лето. Они здесь как будто, посмотрите, как будто вязаны крючком. Очень здорово смотрится, плотные достаточно, и будет, это летний вариант, в них не будет жарко. Размерная сетка у продавца верная, 24,5 сантиметров. Эти мюли я себе заказала, они мне подошли отлично. Подарок продавец положил две резиночки для волос, очень приятно. Но они очень красивые, мне нравятся. В реале они смотрятся так же, как и на картинке. Все выполнено аккуратно. Посмотрите, нет нигде ничего, не торчит ни клея, ничего. Сидят на ноге комфортно, в них удобно. За счет того, что каблучок еще не высокий. И очень интересно выполнена набойка. Посмотрите, она как бы прозрачная. На выбор продавца было много разных расцветок. Мне почему-то захотелось взять в желтом. Потому что у меня есть и розовый, и белый, и бежевый. А вот такой расцветки у меня еще нет. Но они очень красивые. Интересная и необычная обувь. Советую. Вот и все. Распаковка закончилась. Я надеюсь, вам понравилось. И вы меня поддержите лайком. Мне будет очень-очень приятно. Все ссылки внизу в описании. Заходите, смотрите. И если остались вопросы, задавайте. Не стесняйтесь. Я постараюсь всем ответить. Желаю вам хорошего дня. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До новых встреч.